Сегодня казачий полк задействован во многих областях и особенно востребован в правоохранительных органах. Об этом шла речь на заседании Совета по делам казачества, где были рассмотрены вопросы с концепцией развития казачества до 2020 года. Сегодня якутский казачий полк насчитывает 650 человек в 13 районах республики. Казаки тесно сотрудничают с МВД, МЧС и Министерством охраны природы. Важной задачей казачьего полка является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Поэтому большое внимание казаков направлено на работу со школьниками и допризывной молодежью. На Дальнем Востоке якутский казачий полк занимает передовые позиции среди других казачьих подразделений. Вот недавно мы приехали с Большого Круга, то есть там избрали нового атамана войска уссурийского, и, в общем-то, хорошую оценку дали деятельности нашего якутского казачьего полка.